Неизвестность все-таки надежда. Никакая дружба не выдержит разоблачения тайны, особенно если эта тайна уязвляет самолюбие. В жизни самое важное – смерть. Так разве не любопытно узнать, каким образом душа может расставаться с телом? И как сообразно со своим характером, темпераментом и даже местными нравами люди переносят этот последний переход от бытия к небытию? Смею вас уверить, чем больше видишь умирающих, тем легче умирать. А потому я убежден, что смерть может быть казнью, но не искуплением. Кто сам ненавидит, тот не ошибается в чужом чувстве. Политика во все времена была наукой парадоксов. Ей чужды простые, разумные и естественные решения. Создавать трудности – ее страсть. Сеять вражду – ее призвание. Только слабые натуры покоряются и забывают, сильные же метутся и вызывают на неравный бой всесильную судьбу. Лучше смело и независимо избрать опасный путь, чем ценою унижения безопасный. Политика не считается с чувствами, она принимает в расчет только короны, государства и права наследования. Империи перекраиваются как платья, государства создаются войнами и браками, а не пробуждением национального самосознания. Все это были лишь химеры и иллюзии, но разве для истинной любви, для подлинной ревности существует иная действительность, кроме иллюзий и химер. Ничто не дается даром в этом мире. Великой печали человек не нуждается ни в утешении, ни в свидетелях. Поверь мне, искать ссоры с человеком – плохое средство понравиться женщине, которая этого человека любит. Лисицу не заманишь дважды в одну и ту же западню.
Человек – самое эгоистичное из всех животных, самое себелюбивое из всех живых созданий. Он уверен, что только для него одного светит солнце, вертится земля и косит смерть. Муравей, проклинающий Бога, забравшись на травинку. Дорогой друг, никогда не следует быть исключением. Если живешь среди сумасшедших, надо и самому научиться быть безумным.